Более 200 сотрудников екатеринбургского филиала микрохирургии глаза сегодня присоединились ко всероссийской акции. Таким образом, они выступили в поддержку директора Христа Тахчиди. Напомним, приказ о его увольнении подписан министром Голиковой. Подобные акции сегодня прошли во всех 11 российских клиниках и филиалах комплекса. В Екатеринбурге акция протеста длилась 15 минут. Участие принял практически весь медицинский персонал, за исключением тех врачей, которые проводили в это время операции. По мнению коллектива, прекращение контракта с Тахчиди произошло из-за личностного отношений с главой Минздравсоцразвития. Добавим, что по закону врачи не имеют права проводить забастовки. В знак протеста медики сдвинули рабочий день на полчаса. Известный на весь мир офтальмолог Христо Тахчиди возглавлял екатеринбургский филиал 15 лет. После этого стал директором всей сети. Христо Периклович является основателем нашего Свердловского екатеринбургского филиала. Он с нуля начинал возведение этих стен, затем создавал прекрасный коллектив, который на сегодня работает. Мы надеемся на то, что нас услышат и будет принято разумное решение.